Всем приветик! Вы на канале Лилины Басята. Ребята, нам очень хочется на море. Скоро лето, но мы, к сожалению, в этом году снова никуда не поедем, ни на какое море. А нам бы так хотелось, ну, может быть, на речку или на озеро. Но на море не получится в этом году. Будем надеяться, что, может быть, в следующем поедем. А вы поедете на море в этом году? Если у вас тоже не получается вдруг поехать, вы можете сделать своим басиком вот такой отель и представить, что вы на море, и басики представить. Ведь мы же дети, и у детей очень богатое воображение. Они могут все сами придумать, представить, и будет даже лучше, чем по-настоящему. Смотрите, какой у нас получился классный отель. Посмотрите, у нас есть и пляж, и бассейн, и светский стол. Все у нас есть, красивая территория отеля. Посмотрите, какая красота. Вот такой у нас отельчик получился. Здесь пляж, зонтики, полотенца. Здесь бассейн. Там можно брать чистое полотенце. А вот шведский стол. Много всяких вкусняшечек. Басики, вам нравятся? Очень, просто очень. Так классно. Можно еще много всего интересненького придумать. Например, сделать из чего-то пальмы. Ребята, вы умеете из чего-нибудь делать пальмы? Надо подумать, из чего это их можно сделать такое интересное. Можно каких-нибудь веточек насобирать на улице и привязать что-нибудь зелененькое, к ним получится пальма. А вот помните, у нас предыдущее видео про песочек, что мы возле речки его собрали, посушили, и вот смотрите, какой классный получился у нас пляж. Вот полотенчики можно старые какие-то разрезать ненужные. А такие зонтики у нас. Камешков насобирали разных. И вот так у нас получилось. Но у вас фантазия богатая, можно еще много всего интересного придумать. Вот сердечко из лепесточков выложили. Помните, как в Египте тоже выкладывают? Из лепестков какие-то фигуры из полотенчиков складывают. Да, помним, помним. Мы были в Египте, нам очень понравилось. Там интересно, так красиво. И постели так интересно застилают. То лебедей выложат, то сердечки, то еще чего-нибудь. На территории отеля тоже всегда красиво. И вот у нас такая вот территория. Классно, правда? Конечно, классно. Так что можете тоже для своих басиков сделать такую радостную картинку, чтобы они играли, отдыхали, как по-настоящему. Ребята, сделайте тоже басиком своим такие интересные, такой интересный отель. Можно играть долго-долго, и всякое придумывать, придумывать и придумывать. И вам будет интересно, и вашим басиком. Жаль, что вы не можете нам написать, но поставьте хотя бы сердечко, мы будем знать, что это вы. Очень любим вас. Спасибо, что вы у нас есть. Всем пока, пока-пока.